наши школьные врачи. Людмила Федоровна Бушунова. Кирпичев Татьяна Николаевна. Коровянникова Надежда Федоровна. Учителя, пожалуйста. Горенова Раиса Ивановна. Кирзунова Елена Александровна. Студенты Борис Сергеевич. Нина Васильевна Реутова. Без вас никак нельзя. Пожалуйста, Нина остаются только хорошие. И вот, наверное, таким хорошим мы и такое хорошее мы увидели с вами сейчас на нашей сцене, когда Галина Гордеевна пригласила всех учителей. Но я хочу особенно вести разговор сейчас пока о классных руководителях. Это великолепные люди. Люди, которые всю свою жизнь, всю свою энергию отдали вам, вашим, нашим выпускникам и нашему, нашим тем выпускам. Вы меня извините, что я волнуюсь тоже вместе с вами. Всем выпускам, на протяжении которых школа ежегодно выпускает в жизнь детей. 11 А. Физико-математический класс. И во главе жизни проводит с ребятами. Нам нравится, что он работает, и вам, ребята. Мы это поняли, когда вы приветствовали Юрия Анатольевича. Одиннадцатый Б. Классным руководителем является Лакулина Людмила Александровна. Приятно, ребята, что вы так встречаете классных руководителей. Это человек, которого мы часто видели, не только на уроках. Это всесторонне развитый человек. Олю мы видели на концертах, на КВНах. Я никогда не забуду танец с зонтиками, который Оля нам представляла на одном из праздников. Поэтому Оля заслужила золотую медаль, и мы от души ее поздравляем. Как бы сказать, очагом класса. То есть Оля в классе участвовала во всех школьных классных мероприятиях, играла, пела. Но Оля, кроме того, очень воспитанный человек и заслужила эту награду. Я еще не все проговорила про Олю. Оля финалист Соросовских олимпиад 2 лет по химии и биологии. Призер областной олимпиады по биологии и химии. И действительно, Оля выбрала своей будущей профессии, наверное, биологию и химию. Поздравляем! Финалист Соросовской олимпиады. И окажет помощь любому. Финалист Соросовской олимпиады по химии и физике. Призер областной олимпиады по химии. Нарушила тот факт, что 11 лет, которые Маша шла к золоту, оказался стертым. Но жизнь вносит свои коррективы. Близкий, это настоящее золото. Я приглашаю выпускников, получивших серебряные медали, Карпову Наташу. Наташу,
что было. Эти годы не забудут. А прицела весна вставали. Осень за осенью быстро промчится. Дорогие гости, дорогие выпускники, уважаемые коллеги, родители. Сегодня в этом зале мы провожаем в новую большую жизнь наших детей. Естественно, много прожито, извините, я волнуюсь. Я получила свой класс 8 лет назад. Маленькими, беззащитными пришли они из начальной школы в среднюю школу. Родители доверили воспитание и обучение своих детей. Это многому обязывало. Класс был маленький, 23 человека. За 6 лет мы росли, класс расширялся и подошли вот к финишу в составе 31 человека. Наш класс имеет физико-математический профиль. Конечно, без коллег, которые работали, так сказать, над этим профилем, ничего бы не вышло. Специфика вузов, которые выбрали дети, профессии, которые они выбирают и будут еще выбирать, целиком отражает название класса. Я считаю, что классным руководителем вообще надо быть только до 9 класса. В 10 и 11 мы уже не руководимыми, а они руководят нами. Мы делаем вид, что мы ими только руководим. Мы жили, работали вместе. Я отвечала за покой в доме, за то, чтобы дети получали хорошие, прочные знания. Сегодня я, пользуясь случаем, приношу благодарность всем учителям, которые работали над тем, чтобы мы своим большим дружным коллективом пришли к такому финишу и в полном составе. Я благодарю особенно коллег физиков и математиков, которые работали над профилем Шамаева Сергея Никитовича и Землякова Александра Николаевича. Всех других учителей, которые работали над становлением духовного начала, нравственного начала, над формированием, незаметно западало в душу. Они росли, формировались, и вот мы имеем то, что имеем. Рядом с ними 13 юных красавиц, которые, наверное, иногда страдали от того, что они были погружены, мальчики, в интегралы и производные, и не всегда уделяли им достойное внимание. Но, тем не менее, у нас все компенсировалось. Наши незабываемые огоньки, наши вечера останутся в памяти надолго. Я не буду больше говорить, как дороги мне дети, так сказал Шекспир. Я не хочу хвалить любовь свою, я никому ее не продаю. Самые заветные слова были сказаны за стенами класса. Прилюдно мы будем говорить общие фразы. Они знали, какими я их хотела видеть, и они стали такими. Сегодня я провожаю их в большую жизнь. Конечно, не будет формул, по которым можно будет рассчитать поступки. Жизнь будет выдвигать новые задачи, где ни в одном справочнике не найдешь на него ответа. Thank you.
достижении цели. Мы поздравляем его и желаем всего доброго. Аттестат о среднем образовании, извините, я от волнения забыла. Костя награждается еще и почетной грамотой. Да, в изучении математики, физики и английского языка. Дрожжин Алексей. Характер нордический, немногословен, как настоящий мужчина, но добрый внутри. Начал штурм Мехмат МГУ, я думаю, Мехмат дрогнет.
Рабочего Надя. Когда вызываешь наших девочек, то создается впечатление, что мальчики пришли в этот класс не для того, чтобы штурмовать физику и математику, а за другим. Настолько все красивые и обаятельные. Надя вобрала в себя все самые русские черты характера, открытость людям, желание прийти на помощь, милая, приветливая, любящая и любимая. Я поздравляю тебя. В изучении математики и физики. Рогов Михаил Юрьевич. Так, извините, волнуюсь. Так, Миша получает аттестат только с четверками и пятерками. Он пока бережет силы для штурма Академии управления. В свободное время летает в Гонконг в качестве переводчика. Надеемся, что может и нам повезет. Играет ли он им там на гитаре, не знаем. Нам он играл. Миша получает грамоту за особые успехи в изучении английского и истории. Савчик Сергей. Я ненавижу, тоже думаешь, зачем пришли девушки в физмат-класс. Да. Сережа пришел к нам в 11 класс, быстро вошел в нашу семью, как будто он тут и был. Скромный, трудолюбивый и студент МВТУ имени Баумана. Я поздравляю тебя, что тебе добро. Сидоров, Миша. Благословно случилось так, что из-за болезни стал вопрос о прекращении учебы. Но Миша выдержал, и вот теперь он вместе с нами. У него есть верный друг, гитара и даже свой коллектив. Возможно, мы скоро услышим его группу. Соловьев Вова. Если попалась задача и без чертежа не осилить, вся надежда на Вовочку. Он родился с пространственным воображением. Математика не изменяет, математики он не изменит и свяжет судьбу с нею. Я поздравляю тебя. Тимофей Фандей. Предпочитает точные науки и имеет в аттестате только 3/4 по истории, общественным дисциплинам и еще. Но он правильно делает. Пока бастуют шахтеры, пока ученые выходят на улицу, Андрей решил воздержаться. Если институты экономики и академики, и Явлинские не разберутся, а он повременит, он займется точными науками, по которым все ясно. Похвальную грамоту получает по математике, физике, литературе, химии, английскому. Это потенциальная золотая медаль. Помешала история страны. Толкунова Вера. Скромная, застенчивая, настойчивая, склонная к предметам гуманитарного цикла, имеющая по всем предметам
пятерки. Математику изучала потому, что она ум в порядок приводит. Вера выбрала эти предметы своим профилем. Вера получает похвальную грамоту по английскому и истории. Толмачев, Толмачев Дима. Очередной наш физик, студент физфака НГУ и физтеха, схватывающий науки на лету. В жизни порядочный, скромный парень, исключительно трудолюбивый. Получает грамоту за особые успехи в изучении математики, физики, химии. Успехов тебе! Ушакова Настя. Тоже студент НГУ и, конечно, математического отделения. Очень умная, скромная, волевая девочка, трудолюбивая и добрая. Мы поздравляем тебя. Настя награждается также за особые успехи в изучении, конечно, математики и физики. Филонова Лариса. Ей бы стоять среди медалистов, а она повернула по-своему. До 9 класса не имела ни одной четверки, в 10 имела одну четверку, а потом решила сосредоточиться на одном направлении и на другие махнула рукой. Аттестат очень приличный. У Ларисы через неделю начнутся экзамены. Мы пожелаем ей успеха. Мы думаем, что у нее все получится. Она награждается грамотой по математике, истории, английскому. Чуканова Алиса. Скромная, воспитанная девочка, но не очень покорная. Выбор остановила на гуманитарном направлении и через неделю будет сдавать экзамены. Пожелаем ей успеха. Черных Олег Анатольевич. Поколение наследственных физиков. Брат студент физфака МГУ, папа физик. И, конечно, Олег студент физфака МГУ. Но для нас он прежде всего оппонент учителя на уроках истории и литературы, имеющий на все свой взгляд и подвергающий критике все, с чем не согласен. А вообще-то интеллигентный, добрый, порядочный парень. В изучении математики, физики, литературы, истории, английского. Шепель Олег Борисович. Студент РВТУ имени Баумана. Любимый друг – компьютер. Сдержанный, немногословный. У Олега золотые руки, умеет все, что должен уметь по дому мужчина. Кому-то очень повезет. Награждается грамотой за особые успехи в изучении физики, математики, основ информатики, английского языка. Ширяев Женя. МГУ, настойчивый, волевой товарищ, умеет сосредоточиться на главном, умеет и любит принимать гостей, от чего, может, родители часто были, товарищи по классу. Награждается грамотой за особые успехи в изучении физики, как то и должно быть. Мы поздравляем тебя.
Дорогие мои, мы уйдем сейчас со сцены, разойдутся наши дороги, и не будет больше никто вам читать нравоучения. Никто не будет подглядывать у дверей и стучать в окошко, что бросил окурок. Все осталось позади. Мне хочется верить, что вместе с основами площадей фигур и площадями криволинейной трапеции мы учили вас еще кое-чему. И это кое-что поможет вам выстоять в жизни. Вы уже многие это доказали. Попутного вам ветра! Уважаемые медалисты, наши родители хотят поздравить каждого из вас, вручить вам подарок, кассету с записью нашей жизни и цветы. Будьте добры, подойдите, а потом мы все дружно уйдем. Большим, но можно все. Остров Сахалин, пол Европы я излазил, не попал.
пришли другие к нам. И вот теперь держались мы 2 года. Держались мы 2 года, не ссорились, не плакали, не мыли. Но как и не старались мы, нас нервы потихоньку подводили. Вся земля теплом согрета, и по ней я бегу босиком. Учитель Люда спит, ты зря.
понятно, что будут делать дальше в регионе. А он слышал везде свои развлечения. То через радость, то поношу. И я сказала, я отвечу. И решительно ответив, я скажу, за что люблю, за то, что не жить вам. Бывало, власти прятали сюда, а он все нет. Меня он сделал самую счастливую и самую богатую из всех. И молодой, самой молодой. И мне бывало радостно с ним. Добром дарил, поил живой водою и согревал дыханием своим. 2 года пролетели в гонке. Он для меня, как первое дитя. Вот почему во всей черноголовке люблю его и расстаюсь скорбя. Теперь позвольте мне вручить аттестаты и грамоты нашим детям. Значит, Оля Букреева получила у нас уже аттестат, но ее успела догнать грамота университета за успешное аттестирование. Избавление это от вид не нужно промедления. От слова дела уклонять добро свари бы смело. Держись, Геола, крепись, Геола, ты ветру и солнцу прав. Аттестат и похвальная грамота вручается домашнему. Когда клубится страх кромешный и тьму пронзает лай погонь, благословен любой посмевший не задувать в себе огонь. Аттестат, который на все 5 и 4, и похвальная грамота вручается Егору Валерьевичу. Мой друг, на дальнем берегу, в томительном молчании, я благодарна берегу свое воспоминание. Наташа Дружинина, аттестат уже был вручен. Теперь я вручаю подарок. Пора отчалить кораблю. Аттестат Тони Кирейко уже вручен и медаль, теперь вручаем подарок. Наш дух изменчиво подвижен в крутых спиральностях своих. Чем выше он и к Богу ближе, тем глубже мы в себе самих. Следующая наша медалистка Аня Кононенко, аттестат уже получила. Ее успела дождать грамота по биологии, которая пришла только сейчас за победу в областной биологии. Фиалка увянет, и роза не станет каких-нибудь несколько дней, а правды сияние, добра обаяние с годами сильней и прочней. Аттестат и похвальная грамота вручается Оле Комаровой. С решенной жизненной пустыни, где страсть и гонор и боренье, в тебе достаточно гордыни, чтобы выдерживать смирение. Аттестат и похвальная грамота вручается Левченко. А ты рожден, чтоб сказку сделать былью, чтобы просыпать то, чего нельзя пролить. Твой факультет химическим зовется. Всю жизнь ты будешь химию учить. Похвальная грамота и аттестат вручается Лужкову.
безмолвные жгучие печали в свое мощное сердце. Похвальная грамота аттестат вручается Матвееву Даниле. За ум и трудолюбие твое, горда, чтоб все об этом ведали везде, я напишу «Данила» навсегда на облаке, на ветре, на дожде. Мы все вместе уже поздравили Олю Милетову, но опять же, ее тоже догнала грамота, которую не успели вручить, и подарок. На котором забыт сияющий алмаз, сравнить сумею я со взором твоих почти поющих глаз. Аттестат и похвальная грамота вручается Михаилу Зинаиде. Рассудок, не знавший безрассудства, и ум для шалопайства не с руки, и разум, неотзывчивый для чувства, от мудрости безмерно далеки. Похвальный лист и аттестат вручается Диме Пескову. Глянув однажды в свой альбом, подписанный когда-то мною, на время улетел наш классный дом, где подружились мы душою. И вспомни быстрые минуты первых дней, неволю мирную двух лет соединения, живые впечатления молодой души твоей, печали, радости, размолвки, примирения и дружбу первую, и первую любовь, что было, и чего было. Похвальная грамота и аттестат вручается Ривка Зубову. Раскинулось море по модулю 5, вдали ряд фурье уж мерцает. Сумел все экзамены лихо сдать, теперь в ВМК тебя знает. Похвальная грамота и аттестат вручается стартовой кассе. Рукоплещет, герой славит мир от сотворения, но часто надо мужества не меньше для кротости, терпения, смирения. Следующий аттестат и похвальная грамота вручается Маше Таковской. Когда нам безвыходно сразу со всех обозримых сторон, надежда надежнее, чем разум, и много мудрее, чем он. Похвальная грамота аттестат вручается Ване Филатову. Мгновение и жизнь промелькнет, пусть веселье мгновение это блеснет. Берегись, ибо жизнь – это сущность творения. Как ее проведешь, так она и пройдет. Аттестат и похвальная грамота вручается Саше Черняку.
только перевернуть нам жизнь до дна, но случай может высечь искру лишь из того, в ком есть она. Аттестат, похвальная грамота и диплом комитета Олимпиады для старшеклассников по биологии вручается Шкунову. Тебе и большей войны кипит всегдашний жар. Во всех боях ты грозный был воитель. Друзьям ты верный друг, красавица мучитель, и отсюда ты гусар. Диплом, аттестат Жене Шиенко уже вручили, но мы вручаем догнавшему грамоту за Олимпиаду. Сомнений нет, что цель творения мы, что разума и с точки зрения мы. И если мироздание наше перстень, то лучшее в нем украшение мы. Решив вы слова податься, востри оба уха, восток, дело тонкое, жениха. Следующей нашей ученице уже вручен аттестат Наташи Шимохина, но ее догнала грамота за областной руководитель по биологии. Да будут ясны дни твои, как милый взор твой ныне ясен, меж лучших жребий земли, да будет жребий твой прекрасный. Аттестат, похвальная грамота и диплом второй степени победителя Олимпиады по биологии вручается Ане Шуминой. Огромен долг нам разным людям, а близким более других. Должны мы тем, кого мы любим, уже за то, что любим. Последний догнавшая грамота вручается Марине Шуминой, аттестат которой уже был вручен. Марина. Все выше и выше и выше к вершинам науки иди. В пути спотыкайся потише и химию в печку иди. Меня очень волнует, поэтому я буду все-таки читать и не говорить. Ну, не привык я говорить вам, наверное, за эти годы теплых слов. Наверное, мало сказал. Ну, попытаюсь я хотя бы прочитать. Писал сам. Дорогие мои выпускники, нам с вами посчастливилось встретиться и прожить эти два года душа в душу, в полном согласии. Я надеюсь, что для вас, как и для меня, это время было хоть и трудным, но счастливым и нескучным. За эти два года вы научились быть веселыми, дружными, любить и уважать друг друга. Вы почувствовали, насколько ваша личная свобода сопряжена с ответственностью, которую вы готовы взять на себя. А эти уроки не менее важны, чем знания по математике, физике, химии и другим предметам. Я надеюсь, что все то лучшее, что живет внутри вас, не только не исчезнет, но расцветет еще сильнее. А мне будет очень скучно без вас. Спасибо. Здесь еще... Это и не это! Давай.
Спасибо.